16-ми. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас завтрашний день, организаторы приготовили некий микс тяжелый, вот, который будет прописывать первые машины, и им будет гораздо тяжелее. Ну, в целом, грубо говоря, отставание последних от нас около 40 минут. Так что, даст Бог, мы зайдем в десятку. А ваша сайта, как говорится, у нас на здании. Всем привет. Спасибо, что болеете за нас. Сегодня мы два раза блуждали. Один раз курс не бился, но второй раз уже по вине моей. Завтра у нас последний день гонки. Последний, шестой этап. Относительно непростой. Несмотря на все технические проблемы, наш экипаж показывает относительно неплохой результат. Проверялась техника, проверялся новый штурман Фальков Игнат. Несмотря на сложную навигацию, отработал он без проблем, и пока у него серьезных сбоев нет, хотя другие экипажи много блудили. Как вы знаете, мы столкнулись с серьезными техническими проблемами на третий день и потеряли много времени. Нам дали 14 часов пенализации за поломку с машиной. Сейчас второй день мы пытаемся разобраться с топливом. Тоже совсем неожиданно для нас. Техника была проверена, но вот почему-то то ли жара, то ли бензин кипит. Тем не менее, сегодня мы показываем второй результат в классе, что неплохо. Завтра есть еще один день, чтобы отыграться или что-то показать, или что-то доказать. Ну, посмотрим. Надеюсь, удача будет на нашей стороне.